Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хочу показать вам свои покупки из магазина Book24. Я впервые делаю заказ в этом магазине, и надо сказать, что мне этот магазин очень понравился. Заказывала я там раскраски, получилось очень выгодно. В начале видео, конечно, хочу всех еще раз поздравить с Новым годом, пожелать здоровья, ну и вообще всех благ. Я, конечно, в предыдущем видео о уходовой косметике и так далее, конечно же, всех поздравляла, но на моем канале тематика разнообразная, и кто-то смотрит все видео, кто-то только то, что интересно, поэтому плюс еще люди приходят и по рекомендации, и с поиска, поэтому лишним поздравить не будет. Значит, заказала я себе раскраски, они мне прям вот очень-очень понравились. И что хочу сказать про сам магазин. Ну, вот такой вот пакет они дали. Значит, у меня будет под видео ссылка на регистрацию, кто еще не зарегистрирован в этом магазине. Там, по-моему, 1000 баллов дают при регистрации. Это 100 рублей. Оплатить можно до 30% стоимости заказа. Но это очень классно. И вот 1000 баллов – это 100 рублей. Это хорошая скидка. Помимо этого, у меня будет указана ссылка на кэшбэк-сервис Letyshop. Кто не зарегистрирован, проходите, регистрируйтесь. Там все очень просто. Можно через соцсети авторизоваться. Вот. Среди всех магазинов многочисленных там есть и этот магазин, поэтому вы сможете еще сэкономить дополнительно. Вот в моем случае я сэкономила, у меня получилось 100 рублей, это вот бонусы. И с моего заказа был еще повышенный кэшбэк. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то до 10, что ли, января действует. Могу, конечно, ошибаться. Там будет тоже, по-моему, то ли 13%, ну вот плюс-минус, потому что я уже... Ну, там, знаете, как бы кэшбэк еще и, скажем, отличных заслуг заключается, но вот он, в общем, удвоен сейчас, так что по-любому это выгодно. И у меня получилось... В общей сложности скидка где-то кэшбэк плюс бонусы 219, что ли, рублей. Это прям вот супер выгодно. К тому же и в самом магазине есть скидки. Но здесь есть еще вот такой на пакете промокод ALLBOOK24 на 10% скидку. Так что кому нужно, пользуйтесь. Единственное, что хочу сказать, что вот бонусными баллами вы сразу сможете воспользоваться, ну и кэшбэком тоже. Единственное, что в кэшбэк-сервисе Letyshop там написано, что кэшбэк не начисляется по каким-то промокодам, но не по всем, и там представлен список. Посмотрите, есть этот промокод или нет. Если он есть, то вы просто для себя решите, что вам будет в первый раз выгоднее, то есть... Что будет больше, 10% скидка или кэшбэк? Но я думаю, что первый раз, скорее всего, вам будет выгодно использовать кэшбэк-сервис, а уже потом вот эту скидку. Потому что, как я понимаю, она постоянно действует. Вот. Ну и, конечно, плюс ваши баллы. В общем, все ссылки будут обязательно под видео. В Book24 также есть приложение, которым очень удобно пользоваться. И у кэшбэк-сервиса Letyshop тоже есть свое приложение. Так, ладно, давайте теперь приступим. Да, и еще единственный минус, который я увидела, то, что небольшой выбор. Ну, вернее, он как? Там много всего, но по сравнению с, как, знаете, с Озоном, с Лабиринтом, там все-таки выбор чуть меньше, потому что это официальный интернет-магазин издательской группы Эксмо Аст, Дрофа, Винтана Граф и Миф. Поэтому и там есть далеко не все раскраски, но цены очень-очень выгодные. Так, пакет я сразу уберу. Я на канале Еленка74 увидела одну раскраску, которая мне очень понравилась.
Вот такая. 150 зажигательных идей, чтобы раскрасить этот мир. Арт-бестселлер «Раскраски из Франции» от Лизы Магана. Вот. Мне очень понравилось, и я решила себе такую приобрести. Здесь такая твердая, ну, обложка, твердый картон, добротный. Здесь вот все выпуклое, такое приятное. А бумага здесь и не толстая, и не тонкая, такая средненькая. Автор Лиза Магана и Шарлотта Легрис. Ну, первое это, конечно же, советы здесь. Издательство. Какое здесь? Москва. Обзор на эту раскраску я обязательно сделаю, хотя наверняка они есть, но, как я всегда говорю, мне нравится, чтобы все было и на моем канале тоже. Здесь есть абсолютно разнообразные картинки, узоры, всякие вот надписи, вкусняшки. Надписи здесь есть везде, и которые можно раскрасить, и просто надписи. В общем, классно. Книга все-таки достаточно большая, формата А4. Рисунков огромное количество, поэтому хватит ее надолго. В общем-то, не знаю, мне она прям очень-очень понравилась. Буду ее раскрашивать с огромным удовольствием. Следующая раскраска, в принципе, я ее давно хотела. Да, это по цене, я уже не помню, сколько стоило, но, опять же, со всеми бонусами, более-менее адекватная цена. Ну, знаете, запредельно дорогие я бы как бы брать не стала, тем более, что вот то, что я там хотела взять дорогое, я уже приобрела. А сейчас уже так, беру, что понравится. Вот, следующую раскраску я тоже увидела на канале у Еленка, Еленка74, это Гарри Поттер. Ну, в этой серии много всяких раскрасок, я не помню, какая у нее была, но, по-моему, это. В общем, я себе вот эту выбрала раскраску. Обычно Гарри Поттер стоит достаточно дорого. В том году я как-то смотрела, у меня рука, честно говоря, не поднялась. Тем более, что я не являюсь фанаткой Гарри Поттера, у меня нет книжек. И фильмы я тоже не смотрела, вернее, вот пока ждала свой заказ, посмотрела самую первую часть, и то я даже не знаю, там серии или части. В общем, я на Ютубе немножко посмотрела, я бы даже сказала, послушала. Вот. И как-то книжки смотрела. Мне вообще понравилось то, что в плане книжек есть и простые издания, какие-то коллекционные, подарочные, что всего очень-очень много. Вы знаете, это как раз то, что когда-то я ждала от сериала, от нашего российского сериала «Черный ворон», но, к сожалению, так и не дождалась, хотя у меня есть и диски, и видеокассеты, и огромное количество книжек. Вот. Но я очень ждала, что они что-то придумают и как-то решат зарабатывать на этом, и я готова была тратиться, я очень надеялась, что там, может быть, они, знаете, выпустят какую-нибудь серию журналов, вот знаете, как сейчас были и раскраски антистресс, и всякие коллекционные выпуски, где там машинки, камушки, ну, вы поняли, о чем идет речь. Я очень надеялась, что они что-то такое сделают, что, может быть, сделают в Питере какие-нибудь экскурсии по местам из книги, из сериала. Вот, что выпустят музыкальные диски. Кстати, они собирались, так и не выпустили. Нам потом сам автор музыки там ВКонтакте в группе выложил. Вот. И вот мне понравилось, что в плане Гарри Поттера все это было. Ладно, в общем, здесь, знаете, опять же, бумага такая не самая тонкая, но и далеко не толстая. Листы желтоватые, но мне кажется, что это вполне даже оригинально будет. Обложка здесь очень стильная, то есть белый цвет сочетается с золотом и с таким черным контуром. Здесь вот очень все красиво. Мне лично всегда нравилось, когда я смотрела какие-то обзоры, мне нравилась вот эта вот картинка. Единственное, что так как я не знакома с этим произведением, то я вот боялась, как я буду все это дело раскрашивать. Здесь тоже есть узоры, гербы.
потом сами герои, как вот мы видим. Ну, интересное очень издание, мне нравится. Это знаете, как у меня, я «Игру престолов», например, приобрела и тоже раскрасила только одну картинку, ни фильм, ни книги не читала, не смотрела. Вот. Но я знала, что здесь будут цветные иллюстрации, но как-то я об этом не задумывалась, а когда вот посмотрела, я поняла, что вот они, собственно, подсказки для тех, кто как раз-таки не знаком с этим произведением. Так что будет раскрашивать гораздо проще. Единственное, я не поняла, вот это вот зеленое, а здесь они почему-то сделали черное, непонятно зачем, ну да ладно. В общем, есть подсказки, тоже сделаю обзор. И еще я думала, чтобы мне такое приобрести, мне хотелось какую-нибудь раскраску с мандалами, я приглядывалась к раскраскам автора Лилии Габо. Но раскрасок там в этой серии много, чего-то не было в наличии, вот, а что было в наличии, я тоже не могла выбрать. И потом я увидела набор, состоящий из 4 раскрасок, типа 3 раскраски и 1 в подарок. Вот, цена была 300 с чем-то рублей, плюс, опять же, кэшбэк и бонусы. Это было гораздо дешевле. Так, каждая раскраска стоит 100 с чем-то рублей, там были 90 по скидкам, еще что-то. Вот. Кстати, изначально, по-моему, там дается скидка 4%, что ли. Да, помимо этого, там есть еще и скидки накопительные. Вот. И мне показалось, что этот набор будет взять очень выгодно. К тому же то, что входило в сам набор, по отдельности не было в наличии. В общем, приобрела. Все эти 4 раскраски были упакованы вот в такую бумагу. Ну, это все-таки тоже, знаете, приятно такое оформление. Конечно, после я выкину, но в любом случае это здорово. Так, и сами раскраски. Вот, вот так все это выглядит. Буду показывать по порядку. Значит, мандалы счастливых перемен и еще 2 мощных янтры. Ну, я сразу скажу, что я это взяла просто пораскрашивать. Я не собираюсь заниматься медитацией, прочими вещами. Здесь предлагается раскрасить и повесить картинку куда-то. Но я не собираюсь портить раскраски, ничего оттуда вырывать, вырезать. Вот, тем более медитировать. Я, во-первых, в это не верю. Ну и вообще как-то не мое это. К тому же я считаю, что в раскрасках чаще всего вот эти приемы с медитациями использованы чаще всего для того, чтобы всунуть в раскраску пару каких-то бесполезных картинок, знаете, из разряда, чтобы потолще было. Плюс, конечно же, каждая такая мандала для медитации, она требует пояснения на каждой страничке, это дополнительный объем, да. Плюс вступление должно быть обязательно к мандалам длинное, как здесь авторы этим воспользовались, имейте в виду. А еще здесь не побрезговали отзывами, где-то то в начале, то в конце. Но отзывы, что, конечно же, мандалы помогли все непременно. Вот. Поэтому я буду раскрашивать просто. Но в целом мне понравилось. Я мандалы обожаю. Ну и потом вот эти вот бесполезные описания. Это хорошо тем, что можно использовать любой материал. Ну, попачкается здесь, не так уж это страшно, правда? Вот. Тоже будет на все отдельный обзор. Здесь вот мелкие детали. Ну, не самые мелкие. В общем, можно раскрашивать. Перемены, честно говоря, я не очень люблю, хотя если что-то меняется в лучшую сторону, это классно, но, знаете, учитывая то, что мы эти счастливые перемены далеко не всегда понимаем сразу, то, знаете, я люблю стабильность. Как-то так жить спокойнее. Вот. Хотя без перемен, как обычно, не бывает развития, но я скорее за стабильность. Мандалы, привлекающие любовь. И 4 мощных янтры. Ну, опять же, с теми же целями я приобрела. Любовь в моей жизни, слава богу, и так есть. Не жалуюсь. Новую мне искать не надо. Тоже очень интересные картинки, которые можно, к примеру, раскрасить фломастерами.
а еще какими-то материалами. Нет, понятно, что если вы художник, и вы умеете рисовать, да, вообще хорошо. Можно сделать мандалы объемными, и вообще будет супер, но... В общем, я буду, скорее всего, здесь раскрашивать фломастерами. А бумага тут, ну, такая, типа, плотная офисная, потому что бывает совсем тоненькая. Ну, в общем, не самая плотная, короче. Дальше денежные мандалы. Ну, денежное благополучие, так сказать, финансовое, это всегда хорошо, конечно. Тут вот такие картинки. Ну вот я как раз о чем и говорила, что запихивают в том числе и такие мандалы. Не, ну если кто-то в это верит и если это действует, то супер. Вот. Мне лично, несмотря на то, что у меня профессия достаточно творческая, и мне много чего по жизни приходится придумывать и так далее, но вот в плане того, чтобы что-то сесть, представить себе, нет, у меня такого нет, я это не умею. У меня это вместо успокоения доставляет только раздражение. У меня просто немножко не тот склад характера. Вот, и мандалы здоровья и благополучия. И три мощных янтры. Тоже здесь вот. Что-то подобное. Ну и помимо этого вообще много там всяких других вариантов. В общем, я выбрала вот этот набор. Он, по-моему, мне кажется, был на тот момент один. Ну и меня это полностью устроило. Заказ был у меня без скидок на 800 с чем-то рублей. Я 700 с чем-то заплатила, плюс потом мне начислят кэшбэк. Вот. Мне, кстати, когда я получила заказ и зашла в банк положить себе на карточку деньги, в общем, там можно было в конце выбрать какой-нибудь подарок, и была скидка на 35%. Ну, скорее всего, я этим воспользуюсь. Жалко будет, если промокод потеряется, ну, вернее, пропадет. Но пока посмотрим, потому что, как я говорила, выбор не так велик. Но надеюсь, что-то я все-таки себе подберу. И единственное, что сопутствующие товары там не так много. Ну, там есть и карандаши, и фломастеры, но их не очень много. И не то, чтобы хотелось. Но в целом магазин очень классный. Вот. Это все, что я хотела вам показать. Если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Мне это будет очень-очень приятно. Также можно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Много чего планирую, хотя, конечно, лучше не загадывать. Вот. Не забывайте про ссылки, которые будут в описании. Всем огромное спасибо и до встречи в новых видео. Всем пока!